Всем привет! Сегодня я снимаю неделю влогов, и сегодня день шестой. Бриана у нас спит, так что я лежу пока с Аришей. Но Ариша у нас почему-то не хочет спать. Вот. И сейчас я хочу поделать что-нибудь, связать может. У нас уже вечер. Вот, и я совсем недавно довязала вот такие пинетки. Они немножко маловаты, так я бы сказала, вот. Но ничего страшного, в принципе, на ножку налезают. Вот такие вот. И Аришенька. Ариши, они очень хорошо подошли. Прям вообще замечательно. В следующий раз я буду брать еще побольше и вязать намного больше такие пинетки. Но, в принципе, мне очень понравились. Я здесь еще такую вот штучечку сделала. Как, не знаю, называть, рюшечки пришила такие. Ну, сделала, в общем. Ну, а мы сейчас пойдем кушать. У нас уже пора ложиться спать. И мы... То есть я смочила ватный диск. И таким образом просто протерла личико у Брианы. Вот. Глазки. Вот, и также ножки, ручки. Ручки я уже вытерла, так что осталось нам только ножки. Сейчас то же самое сделаем с Аришей. Так, вот мы притираем уже Аришу. Вот. Так, и... Аришу с Брианой нельзя протирать влажными салфетками. Ну, по идее, Аришу можно. И Бриану, в принципе, тоже можно, да. Но у Брианы просто стерется краска. Вот. А у Ариши, в принципе, ничего не будет. Просто я считаю, что влажная салфетка, ну, ничего, в принципе, не оттирает. Потому что вот когда я вытираю просто водой, то у меня... Это хватает очень надолго. Вот. А когда вытеру влажной салфеткой, то весь мусор обратно прилипает. И это, в принципе, никак не помогает. Вот. Сейчас мы будем одевать пижамы. Это вот мы оденем Ариша. А вот эту Бриане. Ну вот мы и переоделись. Вот такие вот у меня девчонки. Мы сейчас будем ложиться спать. Вот. Вот так вот. Такие вот у нас большие-большие пижамы. Ну, правда, это Ариша только большие, но так, в принципе, Бриане вот в самый раз. Вот. Ну, а на этом мой влог заканчивается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы вы хотели видеть в моем влоге прогулки. Вот. То есть, в завтрашнем влоге. И на этом было все. Спасибо за просмотр. И всем пока. Мы всех очень любим.